Так, всех приветствую. Значит, у нас любители моего канала, любители, так сказать, мой канал называется Amazing People, то есть, соответственно, это удивительные люди. Для тех, кто, как сказать, поддерживает это движение не мое, это движение всего мира. Во всем мире есть удивительные люди, и вот я один из таких удивительных людей. Так скажем, да? Еще один дурачок. Экстремал. Можно назвать как угодно, кого угодно, но это не будет являться правдой, так как все ваши фантазии, все ваши слова и понимание – это только лишь в вашей башке и нигде больше. А то, что в вашей башке, не может быть правдой никак. Так как мир наш иллюзорен, и чтобы раскрыть иллюзии, нужно очень много сил. Мало того, что просто проучиться где-то в школе, в институте, так как там создают новые иллюзии, там человек совершенно не выходит с иллюзии, а наоборот вгоняется все новую и новую иллюзию. Когда у человека повышается класс, еще как у студентов там. Это у нас год обучения, то есть, блядь, я уже забыл, говорится это слово. Курсы, то есть каждый раз сначала ученик входит в первый курс, второй, и то есть все больше и больше иллюзий ему вгоняют в учебных заведениях. На самом деле правда совсем иная. Вот. Ну вот, ладно. Я же хотел рассказать о третьем моем опыте трипа. Значит, произошел у меня третий трип уже, вот по счету. Первый был совсем ни о чем. Трип, не до трип, там непонятно было. Второй был реальный трип. Вот, это было еще с пантерным мухомором. А третий, это чисто у нас, у меня пошла тоже новый вид. Я говорю, вот постоянно экспериментирую. Собираю опыт. Я узнал о таком напитке богов, как сама. Вот, мухоморная сама, так скажем. Потому что сама бывает из разных растений и грибов. Но суть самой в том, что сама имеет нереально сильно действующий эффект. И не сравнится с многими напитками в мире. Алкоголь – это детская игрушка. И яд по сравнению с самой. Дальше переходим. Что за сама? Короче, сама, приготовленная на воде, потом еще перемешана с молоком, с медом, в общем. И, соответственно, в этом там был мухомор и еще кое-какая травка. Вот. Далее поехали. Короче, я... 12 грамм мухоморов там было, вот, чтобы все понимали четко. 12 грамм мухоморов, и даже я для сильного эффекта съел даже почти всю мякоть, вот. Так, начал я, короче, употреблять в час дня. И закончил примерно около 7 часов вроде. Последние глотки я сделал, вот. Эффект начался примерно через полтора часа, я начал немножко опьянел. Через 3 часа был сильно пьяный, вот. Через 4 часа уже был в хлам пьяный, вот. Через 6 часов я начал даже засыпать, просто сидя за компьютером, я засыпал. Я заснул пару раз, сидя за компьютером, то есть я хотел спать, и это, короче, буквально я перед... То есть я выпил саму перед тем, как лечь спать, вот. И я практически сидя засыпал. Засыпал даже стоя просто. Все. Начал петлять во времени, то есть, буквально говоря, я просто видел картинку, запоминал ее, и эта картинка, она виделась, хотя я уже продолжительное число смотрел эту картинку и сидел как бы, зависал в одной точке просто. Но не так сильно. Вот. Чтобы вы понимали. Но факт в том, что я застревал во времени. Вот, дальше едем. Дальше я уже приготовился там ко сну, ага. Все, я уже сначала так смеялся там, пока доходил до трипа, все было весело, хорошее настроение, легкость такая. Беззаботность. Ну, короче, счастье, так сказать. Не та, конечно, не то счастье, которое хотелось бы, но я чувствовал себя хорошо. Вот.
Так, смеяться хотелось, улыбался. Вот, все было нормально. Кроме того, что я начал зависать. Вот. Потом все, я решил прилечь. Потом еще я что-то подумал, мысли пришли, там пообщался с ребятами. То, что, короче, надо этот... Можете вмазываться сколько хотите, короче. Мухомор не страшно, все такое. В итоге через несколько минут я потом передумал, короче, и понял, что, оказывается, с мухомором нельзя борщить. Вообще страшная вещь. Мухомор просто разрывает сознание, реально. Я понял и осознал, что можно однажды после трипа мухоморного можно не вернуться в эту реальность. Ты вернешься живым, но уже сумасшедшим. Так как мухомор, я понял, что он расщепляет сознание реально на части, на десятки, на сотни, на тысячи частей может расщепить твое сознание. И так окажется, что ты себя не соберешь просто по частям. Мухомор дает. Мухомор один из таких грибов и растений, который дает возможность расщепить себя, твое сознание и подсознание на части, на много частей. Вот. Он дает ощущение того, что ты можешь раствориться во всем. Понимаете? Обычный человек, он не сможет раствориться. Вот. Чтобы вы понимали, что это, что такое трип, ну примерно вот, что такое мухоморный трип. Это когда вот человек под водочкой, да, под алкоголем ловит горячую белку, да, горячую белочку, горячку, белую горячку, как говорится, вот эту болезнь, понимаете, когда с ума сходит, у него же галлюцинации, все, он не в себе. С мухоморами происходит то же самое. Только если человек подходит грамотно, он не сходит с ума, а возвращается более здравым в этот мир. Вот. Или даже может избавиться от болезни. Другое дело, когда человек переходит эту грань. А грань тонкая. Вот. И еще стоит запомнить, что кому-то можно триповать всю жизнь. Вот. Просто жить реально под веществами. А кому-то хватает одного раза сойти с ума. Только специалист, только шаманы могут реально сказать вам, что вам нужно, сколько вам можно и все такое. В общем, я не рекомендую, конечно. Нет, вы чё? Трипы — это страшная вещь. Я говорю про мухоморные трипы. Меня просто расщепило, когда я вот эту самую выпил, 12 грамм мухоморный, который. Я лежал. И когда входишь в трип, именно мухоморный, да? Именно вход в трип, запомните, самое тяжелое. Тебя разрывает на части, ты совершенно себя не контролируешь. Высокой в моей голове, когда я лег, закрыл глаза, я видел разное, короче. Крутились тысячи мыслей. Я не мог остановиться. Из-за того, что мой мозг, квантовый компьютер мой, он перезагрузился, вы представляете, он перезагружался. Вот вы подумайте просто, вот вы в обычный день, да, допустим, думаете о чем-то, да, вы думаете просто, выполняете какую-то задачу, да, элементарно, вот, вычитываете там, допустим, свой семейный бюджет, да, вы представьте, что под мухоморным трипом это все детские сказки. Вы одновременно будете выполнять такие задачи, где это будет сравнимо, допустим, в данной ситуации, как будто вы сразу будете вычитывать сотни семейных бюджетов. То есть вы будете вычитывать бюджет целой деревни. Вот вы представьте, сразу же. За минуту вы будете вычитывать бюджет. А в течение всего трипа вы вычитаете весь бюджет всего города, просто маленького. Представляете, насколько мощные мухоморные трипы. Именно разрыв сознания просто. Я даже не представляю, я даже не представляю, что на самом деле происходит с мозгом. Потому что все индивидуально. Одни сходят с ума в трипах, другие более адекватные. А также кто-то живет нормально после них, а кто-то ложится в психушку, становится больным. Совершенно
До сих пор врачи, ученые, особенно в России, никто до сих пор не изучил все эти моменты. Нет, за границей это уже изучили, все это более-менее, а в России до сих пор люди в неведении всего этого. У нас нет культуры потребления чего-либо, культуры лечения лекарственными растениями или грибами. Нас пичкают только таблетками всякой химии, от чего человек быстро погибает. Что ж, да ладно, короче. Слишком долго снимать не буду, просмотров и так мало.